Проект бюджета на будущий год стал центральным в повестке 12-й сессии. Перед его обсуждением к депутатам обратился глава исполнительной власти Виктор Зимин. Он поблагодарил кабинет министров и депутатов Верховного Совета за работу над главным финансовым документом, от которого напрямую зависит стабильность развития республики. Благодарю, Владимир Николаевич, за такую позитивную позицию. Многие вопросы мы решили. Наверное, 90% мы действительно сняли. Я согласился со всеми поправками, те, которые были предложены. Параметры бюджета 2015 по сравнению с 2014 годом увеличились на 2 миллиарда. Доходы более 18,5 миллиардов рублей, расходы около 22 миллиардов. Предполагается, что дефицит в 4 миллиарда удастся закрыть с помощью федеральных субсидий. Большая часть казны будет направлена на повышение зарплат бюджетникам и сельским служащим. Кроме того, необходимо обслуживать госдолг Хакасии. Как отчитался перед депутатом и министр финансов, размер долга он считает разумным. И в будущем правительство планирует перейти с дорогих банковских кредитов на более дешевые бюджетные. У нас максимальная на сегодняшний день нагрузка – это предел 26% именно от только собственных доходов. Если это сравнить с, ну, скажем так, на бытовом уровне, ну, в общем-то, это 20% от собственной зарплаты считается как бы вполне реальным при получении кредитов. Также в проект бюджета были внесены поправки на общую сумму 138,5 миллионов рублей. Были учтены предложения практически всех фракций парламента. Так, КПРФ боролась за увеличение помощи сельхозпредприятиям, ЛДПР – за деньги на обучение инвалидов на водительские права. Удовлетворить все пожелания пока невозможно, однако, уверен глава профильного комитета, республика сможет потратить больше средств, чем она запланировала сейчас. Я совершенно не сомневаюсь, что они, во-первых, будут увеличены в течение 2015 года на целый ряд строек, которые содержат федеральное софинансирование. Это первое. И второе, они вызовут мультипликативный так называемый эффект, то есть приток, поскольку стройки на территории Хакасии, а значит это покупка арматуры, цемента, выплаты зарплаты, ну и так далее, что в свою очередь дополнительно вызовет приток доходов от строительной отрасли. Поэтому я не сомневаюсь, что бюджет по результатам 2015 года за год вперед, забегая, будет значительно выше, чем тот проект, который мы принимаем сегодня на сессии. Участие в федеральных программах особенно важно в условиях кризиса. По сути, только так при возможности софинансирования республика может переселять людей из ветхого жилья, ремонтировать дороги и вести масштабные стройки нового здания музея или перинатального центра. Участвовавшая в работе сессии депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова подсказала, как еще можно получить деньги. Мы ко второму чтению приняли поправки, которые касаются сельского хозяйства. Значит, во-первых, в 2014 году 20 миллиардов рублей дополнительно по селу будет распределено. Это будет на возмещение процентных ставок по растениеводству, животноводству. То есть с этой темой поработать в этом году надо. 20 миллиардов рублей предусмотрено по селу на импортозамещение, что тоже касается нашей республики. То есть нужно будет, да, вот, ну, мы потом соберемся, как бы отдельно поговорим. То есть с этим вопросом надо будет работать. Что мы готовы предложить с точки зрения вот, производства наших сельхозтоваропроизводителей для того, чтобы вот в эту программу импортозамещения по селу поучаствовать обязательно. Как отметил председатель бюджетного комитета Сергей Комаров, исполнительной и законодательной властям удалось сохранить социальную ориентированность бюджета. Расходы на здравоохранение и образование остались на прежнем уровне. Сейчас главная задача – повысить налогооблагаемую базу для увеличения доходов республики. Без создания и начала это положено в 2015 году целого комплекса новых предприятий, на территории Бейского района, города Саяногорска, Аскисского района, Ширинского района, я ту им имею в виду, мы в дальнейшем нам очень сложно будет соблюдать те планы, которые заложены у президента, ну, мы их обязаны соблюдать, указы президента по увеличению заработной платы бюджетников и так далее, по инвестиционной привлекательности региона, строительству дорог и так далее. Только создание новых производств позволит нам планомерно двигаться вперед. Бюджет 2015 прошел чтение, и фактически это означает, что самый сложный этап согласования уже позади. До конца года документ будет принят в окончательном варианте.